Узнать историю жизни 52 летчиков, участников Великой Отечественной войны, могут гости исторического парка «Россия. Моя история». Там открыли выставку «Небо Родины». Специалисты музея и представители регионального отделения поискового движения России знакомят посетителей с историями героев и экспонатами выставки. Это фрагменты самолета, которые подняли тюменские поисковики. Вот этот самолет под номером 31-21-29-79 летчика Белицкого Василия Моисеевича был найден в Тверской области в районе города Ржева. Это стойки шасси и также одно из, наверное, самых важных вот именно в авиапоиске, в работе, это фрагменты двигателя, потому что именно по номеру двигателя можно установить номер самолета и впоследствии, кто был членом экипажа этого самолета. Я думаю, что это будет полезная информация не только тех, кто хотел бы узнать о героях Великой Отечественной войны, но и в целом о героизме советского народа, о героизме защитников Отечества. И сегодня я сказал слова благодарности тюменским поисковикам за ту серьезную большую работу, которую они проводят на протяжении уже многих лет. Эта выставка – еще один серьезный вклад в дело сохранения памяти. Выставку «Небо Родины» можно посетить до 10 июля.